Региональные эксперты не ожидают продолжения бума строительства торговых комплексов в Уфе, который отмечался в последние годы. По их мнению, новые торговые площади будут появляться в столице республики локально, то есть в отдельных районах, где ощущается их дефицит. Ранее сообщалось, что Уфа вошла в число городов-лидеров России по строительству торговых комплексов. Так, согласно данным аналитиков, их площадь за 5 лет выросла почти в 2,5 раза – с 223 тысяч квадратных метров до 519. Уфа, да, если мы всегда сравниваемся с Казанью, то Казань на тот уровень обеспеченности квадратных торговыми площадями, современными торговыми площадями, торговых центров вышла еще там в 2008-2009 году. Это не тот бизнес, который сейчас быстро отбивается. А вот с учетом того, что санкции, увеличение налоговой нагрузки, непонятно налогообложение, которое мы видим, просто постоянно меняется. То есть правила настолько меняются, что людям невыгодно уходить в проекты, где там отбиваем 7-8 лет, еще надо строить, еще надо пройти кучу рисков, еще надо слить арендаторами. То есть, соответственно, какой-то бума на этом рынке точно не будет. Также аналитики считают, что высокие темпы строительства торговых центров в Уфе объясняются ее некоторой отсталостью в этой сфере, которая сложилась к 2010 году. В то же время, по мнению экспертов, увеличение площадей связано в том числе и с ростом благосостояния граждан. Никто не стал бы строить новые комплексы, если бы они не смогли привлечь покупателей и арендаторов.